Всем привет, с вами, как всегда, я, Рустам, вы на канале Skylight. Сегодня мы продолжаем реальную жизнь мотора Депот. И я вот уже заканчиваю рейс, который там без вас чуть-чуть делал. Ну, работал там, наш Артём деньги получал. Вот, едет в компанию забрать свою тачечку. Поехать домой. Мы в прошлой серии начали думать, купить бы, может быть, нам машину, именно на которой мы будем ездить сами. Так. Вот, сейчас из гаража выгоню тачечку. Так, в общем, я свою тачечку из гаража выгнал. И можно ехать уже. Все. Поедем сейчас домой. Так, и перед тем, как заехать домой, купить продуктов. Так, угу, нам там. Тихо. Тихо, тачечка. Нормально. Суточка. Он тут сейчас продуктов купим. Такой магазинчик, да. Вот они, продукты. Так, все, сейчас куплю. Блин, короче, я тут посмотрел, тут знаете что, тут объявление было, что кто-то продает хорошую машинку. Только у нас не хватает на нее денег. Это сейчас созвонюсь с ним, посмотрим. Да? Короче, я созвонился, сказал машину, он уже кому-то хочет отдать. Так что нам не повезло. Так что ладно, поехали домой. Сколько-то времени уже? Уже 2 часа. Продукты закупились. Поехали домой. Так, сейчас тут поворотик где-то должен быть. В наш двор. Так и вот. Все. Приехали. Сейчас. Короче, я тут в интернете чуть он почитал. И тут, короче, знаете, было вот объявление, что продается. Это маленькая газелечка. И я подумал, что она нам довольно может пригодиться. Так что надо посмотреть. Но там было, что она довольно в хорошем состоянии. Она, знаете где? Она продается в Красноборе. Сейчас съездим туда быстренько. По-быстрому. Все, газон. Краснобор. Муж нам повезет. Найдем газельку. Сегодня рабочий день не закончен. Полетели на всех парах 120 километров. Нам надо доехать до Краснобора. Уже там предложение ограничено. Жалко, быстро продать, потому что она хорошая довольно. Повороты, погнали. Газу. Газ в пол. Вот мы уже едем по дорогам, по таким деревянским. Видно, не шоссе. Подожди, кажется, громко. Давайте как-то так, что ли? Или так и было, ну не знаю. Вот так. Сейчас заедем к нему в дом. Где он? А, вот он, все. Ох. Чуть повернула. Вот он тот дом. Газелька ему сказал в ограде.
вот там, за гаражом. Сейчас. Ну, я посмотрел газельку, она довольно в хорошем состоянии, но там цена слишком высокая. Мы не сможем ее купить. Но он, знаете, хорошо носить, он посоветовал мне, что в одном месте продается газелька, она довольно не в хорошем состоянии, но там как раз нам хватит на нее денег. Она сейчас, где же она там продается-то? Ну, продается, сказал, далеко. Она в Тумышах продается. Так что придется в Тумыши гнать. Сколько сейчас время-то? Уже 16 часов. Ну, блин, ждать утра или сейчас поехать. Сейчас позвоню бате. Алло? А ну, мне типа газельку надо купить. А чё, нет? А да? Ну, ладно. Короче, батя сказал, что можешь ехать. Типа он мне разрешает. Он мне сказал спасибо, короче. Давайте развернемся тут аккуратненько. И поехали. Все, поехали. Он сказал, разрешает, можешь завтрашнего утра ездить. Угу, там все нормально. Сейчас другу еще позвоню. Алло? Ну, можешь потом увезти домой ко мне эту машину? Да? Короче, все, с другом созвонились. Он сказал, что все, согласен довезти мою тачечку домой. Ну, мы сейчас поедем. Полетели. Ну что, не хочется долго там задерживать это все. Ну, долго гонять. Надо тут будет. Так, обгоняем. Обгоняем всех. И летим. Денег у нас немного. Ух, блин. Попали в ДТП. Блин, сейчас. Нам пришлось выплатить штраф 5000. Ну, сказал, больше так не делай, а то отберет права. Я выплатил ему еще 5000, чтобы не отбирал права. Ну, в общем, можно ехать. Ну, наверное, сейчас по Корнуково поедем. Да, через Ельцы. Ой. Да блин. Бесит. Не зря ему еще 5000 платил. Ладно, не очень момент. Любит эта тачка переворачиваться, и нам сейчас через Кожмуку. Ну ладно. Пытаемся не переворачиваться. Машина-то хотела. Ну, вроде, да, целая. Не помялась вроде. Быстренько не будем ехать. Спешить там некуда. А потише что мы сделаем вот так, чтобы было. Так. Надеюсь, меня хорошо слышно, да? Я вот еще недавно же выпустил серию «Реальная жизнь Powered Trucks Driving». Я надеюсь, вам понравится. Потому что я хочу снимать дальше. Очень все это интересно. Так, поворот. Наш поворот. Все, теперь нам прямо. Тут, конечно, сейчас начнутся дороги не очень. Уже в Тумыши там дорога не самая крутая. Ну ладно уж. Поедем в Тумыши. По не самой крутой дороге. Быстро валить не будем, наваливать. Потому что батя еще наругает, что машину поцарапали. Так что поехали. Говорю, дорога не очень. Трясет со всех сторон. Надо уже эту газельку будет купить. Сейчас туда. Все, нам прямо.
Тихо. Надо тормозить на дорогах получше. Занесло. Дорога мокрая, потому что дождь недавно был. Ну, блин. Наваливать что по такой дороге вообще не хочется. По бездорожью наваливать не хочется. Тут я не хочу всю машину сломать, а чтобы ехать медленно. До конца я взломать ее не хочу. Видите, как все трясется. Ну, если у меня голос чуть-чуть будет вот такой хриплый чуть-чуть, ну ничего, это так просто. Не обращайте внимания. Так, мы уже едем. Проезжаем. А вот, надеюсь, газелька будет наша все-таки. Он сказал, что там, возможно, торговаться будет. Торговля. Ну, может, подешевле продаст на нем. Потому что нам главное с ним договориться. И все нормально будет. Нормуль. Вот, поехали дальше. Если что, снимаю я при помощи приложения Do Recorder. Очень хорошее приложение. Снимать видео, обрезать там всякое. Можно все делать. Сколько времени-то уже? Уже 19, что-то там. Вот это дорога. Больше не надо будет ездить в Тумыши по этой дороге. Это что? Это еще хуже, да? Кошмар. Просто ужас. Блин, тихо, едь аккуратнее. Подвеску всю изломаю сейчас. Ох, Тумыши видно. Да, Лаптар почти не доехали. Ура, Тумыши! Гони! Все, дорога! Блин! Где тут у нас? Дом? Он сказал, подальше надо проехать. Где он? А, вот он, все. А, вот он, да, все. Все, сейчас договоримся. Угу. Ну, короче, газельку я смотрел и все-таки решил купить. Так что вот она, наша газелька. Он сразу сказал, что она будет измятая. Вот давайте посмотрим. Смотрите, вот тут вмятина сильная. Бампер погнут. Он сказал, ну что, газелька, вот поэтому так и дешево. У нас даже чуть денег осталось на ремонт. Так что можно начинать ехать уже. Поддержите эту серию лайком, потому что я очень долго снимаю ее уже. Так что. Так, поехали по этой дороге. Тут есть коротенькая дорога, мне сказали. Но мы не будем быстро гнать, потому что сами видите, в каком состоянии газелька. Да. Блин, еще глохнет. Еще глохнет сама. Плохо. Все, вот так будем как-то ехать. В общем, это газелька все типа нормальная, на колеса на месте. Думаю, что уже следующий день, уже час ночи, почти у первого ночи. Вот короткая дорога тут есть. Мне вот сказали, что газелька это очень много ездила. Ну, я сказал, что нормально все будет. Типа починим. Думаю, уже на завтрашний день можно будет отправляться в первый рейс. Да. Ну, сами сейчас слышите и видите, как она едет. Сильнее она не разгоняется, потому что она сразу глохнет.
Блин, заводись. Что может не заводиться иногда. Нам до видоватого. Давай-то по шоссе поедем. Ну что, на такой дороге страшно. Ехать, заносит. Блин, не заводится. Не завелась. Ура. А тут можно возить груз у нас, значит. Все хорошо, завтра отправимся в первый рейс. Так, нормально. Фары гаснут. Так, бибикалка работает еще. Ну, ладно, значит, все. Так, что у нас тут? Все хорошо. По карте. Мост, заводись. Че это? Мне не сказали, что тут будет мост. Тихо, тихо, тихо. Я не могу его завать и тормозить. Ой-ой. Чего газ заел? Газ заело, я тормозить не могу. Нет, нет, нет. Тихо, 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 тихо. Выключись. Так, все, мы его выбили. Тормоз, вроде тормозит. Тихо, 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 тихо. Так, так, так. Сейчас проверю, что с ней случилось. Блин, у нас тормоза заели. Ну, у меня были с собой некоторые детальки. Попытался починить. Но тормозить плохо будет очень. Лучше нам аккуратнее быть. Ну, газ хотя бы не заедает уже. Нам надо очень аккуратно ехать. Потому что наши рулится ужасно. Тормозить не можем. Почти. Ручник только работает. Надо будет на газельке домой прям ехать. Оставим его около дома нашего. Все, так пусть будем ехать как-то. Потому что на поворотах мы не сможем затормозить. Так, тут сильно газовать не надо. Поворот будет. Газелька в отвратительном состоянии, честно. Поэтому не очень трудно ехать. Шатает подвеска. Вся убитая. Видел, там подвеска полностью ушатана. На... Блин. Ручник. По шоссейке можно газануть. В общем, когда доеду до ворота Корнукова, включу запись. Ну вот мы уже около поворота у Корнукова. Тормоза по-прежнему у нас не работают. Вот поворот. Дальше нам до Краснобора, а там уже домой. Тихо, тихо, тихо. Буханочка, буханочка. Тихо, заносит. Заносит. Тихо, 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 держись. Ух, нормально, нормально. Блин, спать охота очень. Сколько время? 3:00 ночи. Блин, спать хочется. А, да, да, я не сплю. Чуть уснул Андрей. У нас было чуть варенье не попали. Все, теперь кофе надо выпить будет. Сейчас. Тормозим ручником. Сейчас кофе попьем. Все. Кофе попил Андрей наш. Можно ехать. Ему стало лучше, кофе долго пил. Минут 10. Ну ладно, все. Газуем уже. Так вообще газелька страшная.
Прям видно, что вмять она сильная. Ну ничего, сейчас починим ее. Ну, конечно, завтра утром ее починим. Смешно. Там. Серия огромная. Оцените эту серию лайком, она очень, потому что большая. Трудно было снимать. Блин, Андрей, ты что спишь? Выезжаешь на обочину. Очень она большая, очень трудно было мне ее снимать. Серпов. Ну, Серпове. Поддержите ее лайком. Досмотрите это до конца видео, если... Вот если вы сейчас смотрите, значит, вы досмотрели это до конца. Если вы досмотрели его до конца, значит, вы очень любите мой канал и мои видео. Вот тут надо тормозить ручником, глушить машину. Газу и глушим. Так. И ручник. Все, мы на своей газельке приехали. Всем удачи, всем пока. Если досмотрели, еще раз повторяюсь, пока. Просто.